Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре у нас криптовалюта с названием Slate. Вот. Как всегда, можете принять участие в баунти компании на Bitcoin Talk. Можете инвестировать в ICO. На данный момент идет предпродажа, то есть пред ICO осталось 7 дней до уменьшения бонуса. Текущий бонус 45, текущая скидка 45% плюс бонус 4%. Это слайд, это неограниченный глобальный развлекательный доступ. Итак, что же такое слайд? Слайд — это развлечение. Это основанный на блокчейне протокол Entertainment Utility, работающий на криптографически защищенной многослойной сети. Децентрализованная система обеспечит недорогое высокоскоростное видео высокой четкости во всем мире и облегчит покупку билетов на живые события на блокчейн. А потребители смогут потратить криптовалюту SLX, которая будет называться токен, на одни из лучших развлечений, которые может предложить мир. Использование дает возможность справедливой и прозрачной компенсации между создателями, производителями и дистрибьюторами. Создатели получают справедливую компенсацию, потребители более качественные развлечения. Билеты, купленные с помощью Slate, будут устойчивыми к подделке, практически устраняя мошенничество. Сервис-провайдеры, держа токены SLX, могут заработать также больше путем хранения этих токенов у себя на кошельке. Итак, блокчейн видео по запросу кинотеатра, телевидения и кабельное телевидение были разрушены появлением потокового видео по требованию. Теперь Binge готов нарушить потоковую промышленность в революции управляемой технологией блокчейн. Slatix будет использовать технологию блокчейн для создания недорогих токенизированных билетных систем с привлекательными функциями. Глубокая аналитика Slatix будет разработана, чтобы сделать билеты на блокчейн лучшим способом для мест, чтобы связаться с потребителем напрямую и вознаградить их лояльность. Неограниченный глобальный доступ. Ведущий в отрасли открытия аналитики. Итак, сеть Slate состоит из первичной сети, распределенной книги для криптовалюты SLX и вторичного слоя Master Nodes. Эти сервисные узлы хранят видео и доставляют их клиентам. Master Nodes также быстро обеспечивает поколение и выкуп подделок упорных токенов и EZ билетов для Slatix. Гений сети находится в выровненных стимулах. Криптовалюта SLX мотивирует поставщиков услуг поддерживать постоянную глобальную сеть. Итак, Slatix, питание от сети Slatix будет на новый Будет переход на мобильное приложение для развлечений, Discovery и билетов. Потребители, использующие Slatix, могут обнаружить большой контент через кураторскую систему аутентификации отзывов и получить существенные скидки и доступ к развлекательным мероприятиям, включая фильмы, концерты, спектакли, музеи, спортивные мероприятия. Повторные пользователи будут наслаждаться наградами лояльности и беспрецедентный опыт развлечения. Куратор, заслуживающий доверия системы обзора, стимулизируется Slate токеном Rewards, поскольку билеты являются вторичными токенами на блокчейн, они устойчивы к подделкам и надежно обмениваются на вторичном рынке. Билет в кино купили в Америке. Активные абоненты по потоковой передаче. Совокупный доход.
Итак, распределение по процентам. Куда и сколько уйдет? Ну, начальная продажа распределяет 48% от общей сетевой поставки токенов SLX. Продажа структурирована на так, что более ранние покупатели получат справедливые бонусы. То есть, кто раньше начнет покупать, тот больше получит бонусы. Получите до 45% скидки на основе предпродажной цены 20 центов. Итак, команда Slate состоит из талантливых деловых, творческих и технических профессионалов с экспертными знаниями во многих аспектах развлечений и технологий. Сотрудники SEC, директоры, консультанты и агенты приносят большой опыт в развитии масштабируемого бизнеса в концепции до коммерциализации, разработки и внедрения технологий блокчейн, выполнения продаж токенов, а также производства, приобретения и распространения во всем мире художественных фильмов, серий, а также фильмов. Итак, скачивайте также на сайте белую бумагу, white paper, для более детального ознакомления с компанией. Подписывайтесь на социальные сети Twitter, Facebook, также Telegram. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.